Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем проходить Hello Neighbor Alternative Reality. И это следующий у нас дом из второй альфы. Сегодня будем проходить его. В прошлой серии мы с вами прошли дом из прототипа, теперь идет дом из второй альфы. И это интересно. Один дом, потом следующий дом. Это прикольно. Загадки всякие есть вроде только. Тут тоже ездят машины. Реалистичность. Обалдеть. Вот это облака. Облака плывут. Эпичнее. Хорошо сделано. Дом изменился наш или как-то вот или нет? Погодите, этого не было. Кресло-качалка. Я читал в фандоме, что была вырезана кресло-качалка. Видимо, ее возродили в этом моде. Ну или фанатской игре, как хотите называть. Здесь по-прежнему текстуры нет. Ох, ладно. Ванна такая же. Короче, дом наш вообще не изменился. И пойдем к соседу, к нашему. Посмотрим. Возможно, этот дом будет посложнее, потому что сложность обычно по нарастающей всегда идет. Блин, уже... Этот дом там маленький очень. Тут. Ого, вот это лестница прям вот так ведет. Так, сарайчики есть. Так, ну давайте. Так, а что здесь? Здесь я вижу ключ. Один только. Вроде. Так, лестница. Ой-ой. Сломай, убери. Ого, это ч... Это секретный какой-то... Секретный вход какой-то, что ли? Тут замок желтый. Нам туда надо попасть. Нам нужно туда попасть. Там еще что-то светится. Так, что у нас тут? Блин, вот капкан. Как бы нам перепрыгнуть-то через него? О, ключ! От какой двери только? Да, потому что ключ вроде серебряный, а тот замок золотой был. Ну ладно, может быть попадется нам серебряная дверь, или может быть это даже ключ от подвала. Ключ-карта, по крайней мере, во второй альфе лежала там же. Ой-ой, он здесь. Только бы сюда не зашел. А что тут рычаг делает? Непонятно. Ага, вот от чего этот ключ. О, тут два ключа. Этот золотой, этот... Так. Ой. О, блин, я так и думал, что он сейчас... Так, это ключ от подвала, я так понимаю. Потому что прототип он также выглядел. А этот ключ, я так понимаю, от того окна. От того окна. Нам остается выдергу найти еще. Он на второй этаж, что ли, пошел? Да как? Как? Он же... Как он мог меня заметить-то? Как он меня там мог заметить? Это невозможно. Это просто невозможно. Технически, физически и теоретически. А, он... А, нет. Я думал, он уставился в дверь.
А, зашибись, он застрял в двери. Подожди, так не застревает. Так, все, проникли. Так, давайте откроем. Он не застревай здесь, что ты? Так, я надеюсь, это отсюда. Охренеть. Ну, я так понимаю, это ключ от сарая. По-любому должен подходить. Точно. А, он остался висеть тут. А вот и выдерга. Что-то слишком. Что-то мы вообще быстро все нашли. Я-то думал будет. Вау, блин! Что-то мы вообще все быстро нашли. Можем открывать подвал уже, получается. Берем ключ. Выдерга и ключ у нас уже готов. Осталось только зайти в тот подвал. Надеюсь, там будет что-то интересное. В том доме была просто как просто это. Блин, курсор сюда выходит. Надеюсь, не заметит. Вообще, что легко это было, знаете ли. Так, дверь не открывается. Выдерга. Там что-то будет? Там кто-то шепчется? Здесь нет кнопки, так что ничего это не делает. Так, я открою дверь, и погоня за нами будет, да? Нет, не будет. О, погодите. А вот этот стул. Это же тоже вырезанный стул из игры. Я в фандоме про это видел. Да, и у него ножка тоже сломанная была. Молодцы. Авторы возрождают вырезанные из игры. Это я люблю. Так. Не работает. Ломик не открывает эти вещи. А, здесь. И здесь тоже. Закрыто. Но там, по-моему, и нет ничего. О, зашибись. Стулья. Ладно, вот теперь дорога расчищена. А, мы назад вернулись. Так, ну здесь. Ну, тут явно не выдерга нужно. А, долго искать не пришлось. Так, ну и через диван перепрыгивать. Капканы, блин, тут. Только бы не наступить ни в один. Нам покажут. Там сосед был? Так, нам покажут, что находится за той дверью. Узнаем ли мы тайну этой двери? По крайней мере, что за ним, вот сейчас не видно. Бежим! Нет, 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 только не застрянь! Нет! Дурацкие капканы. Он закапывает меня, зашибись.
И это все? Все, что ли? Такой вот мод получился. Это что? Не, подождите, это еще не все. Это не все еще. Тут что-то. Тут дом из приальфы есть. Ну-ка. Это подвал? Не, погодите, видимо. Видимо, от него можно убежать. Давайте еще раз попробуем. Давайте еще раз попробуем пройти, но на этот раз попытаемся убежать. Только выдерга, по-моему, не пригодилась. По-быстренькому пробежимся так, чтобы не... Так, давайте дорогу расчистим сразу, чтобы препятствий не было, когда мы будем бежать. Так, дорогу расчистили. Ой, я случайно нажал на вандикам. Слушайте, а знаете, что я придумал? Может быть, нам залезть в каждый из этих капканов? Чтобы не наступить в них потом. Это обеспечит нам выход. По крайней мере, соседа сейчас же нет. На всякий случай закроем все капканы, чтобы... Чтобы не... А то мало ли, вдруг наступим тот, который закрыт. Так, вот здесь тоже прочищаем себе путь. По-моему, мне кажется, есть шанс от него убежать. Сейчас проверим. Но если не получится, то... Но там все-таки не зря же дом из приальфы был, значит, продолжение по-любому должно быть. Сейчас давайте посмотрим. Пора сваливать. Нет, не застрял. Беги скорее! Давай! Дорогу я расчистил! Давай, дорога расчищена! Вперед! Давай! А мы куда, в начало бежим? Нам обратно сюда? Да, я так понял, да. Ага, да, нам надо было убегать от него. А, мы уехали отсюда. И мы, я так понимаю, едем в дом из Приальфы сейчас. Акт третий, по сути. Ну да. Это мы? Это у нас... Как-то мы слишком нелепо выглядим, если честно. Где наше лицо? Так, там что-то светится, да? Так, мы должны попасть. Так, мы должны туда зайти. Закрыто. Ну, как... По сути, то же самое, что и в первой... Ой, это при Альфе было. Только здесь нет выключателя. Ну да, то же самое все. И теперь всего этого нет.
Хорошо. Теперь наш дом, который реально был в Альфе 1 и в Преальфе. Прям то же самое все. Так, наш автомобиль. И дом сосед. Этот автомобиль соседа тоже. Ну вот, а этот свет уже там горит, как ни странно. Давайте посмотреть. Нам также, я так понял, надо найти выдергу и ключ. Фонарик сразу же берем. Так, ищем. Ой-ой. Ладно, предметы его задержали, слава богу. Сосед, ты не имеешь права сюда заходить. Будильник есть. А, то есть после каждого нажатия он срабатывает, я так понимаю. Повторно, значит, не работает. Интересно, интересно. А тут второй... А, второй этаж. Не, второй этаж. Не, погодите, там... Там дверь с замком. Может, туда можно как-то попасть? Давайте проверим, протестируем, можно ли это сделать. Я не могу сюда за... Можно, можно. Только... Мы должны попасть туда, мы должны туда попасть. Если, надеюсь, мы ключ... Если мы ключ найдем, конечно. Так, здесь все ключа... Так, здесь ключа нет. Ой, ладно. О, здесь все время суток меняется. Тут спать можно? Да, спать можно. Еще раз. Только время суток, по-моему, не меняется. Еще раз. Да оно не меняется. Еще раз, ладно, давайте. Ну и последний раз. Если не поменяется, то... Меня... не меняется. Давайте, предлагаю снова убрать тени, потому что иначе ничего сейчас будет не видно. А знаете, не особо-то лучше стало, если честно. А тут что-то есть? Опа! Отлично, нам не придется бегать домой. Не знаю, зачем я это сделал. Пога. Что? Что? Куда? Куда? А ты что ко мне в дом зашел? Будильник его, что ли, отвлекает? Ну-ка. Да, слушайте, его будильник отвлекает. А его можно там закрыть? Потрясающая картина у меня перед глазами. Башка соседа вылезает из двери. А если я туда пойду, он меня заметит? Да, блин, заметит. Только он не может выйти, по-моему, оттуда. По крайней мере, пока. Ну хорошо. Нет, так нет. А, все. Ну и сиди там, блин. Чудик. Опа! Чего? Тут этого ключа здесь не было до этого. Прошнуло. Ну хорошо. Ключ нашли, так нашли. Ладно, смотрим дальше. Опа, смотрите, эта дверь закрыта, заколочена. Значит, за ней находится что-то важное. О, ключ золотой. Золотой ключ. Отсюда что? Ого, быстренько нашли. Так, ну комната кверх ногами. Опа! Это ключ от второго этажа, да? Идем проверять.
Так, залезаем. Отлично, сосед там забаговался, ничего нам не мешает. Идем. Ничего там нету. Ничего там нету, можно было и не заходить. Так, ладно, теперь надо выдергу найти. Здесь никто. А здесь проверяем все уголки. Он где угодно может. О, вот! Молоток! Молоток! Сосед, я как бы уже в подвал-то собираюсь идти. Сосед, ты все еще там, что ли? Там? Поразительно вообще. Как хорошо, что я закрыл дверь. Это просто поразительно. Это еще что-то. Это что такое? Ну-ка, я должен это открыть. У меня дома есть какой-то секрет. Я должен попасть сюда. Должен. Ключ. Тут золотой замок, но золотой ключ. Интересно, а тот ключ подойдет? Или все-таки еще где-то один лежит? Давайте проверим его сначала. Золотой ключ должен подходить к золотому замку, по идее. Давайте проверим. Проверяем. Отлично. И что же за этой дверью? Это подсказки, где что лежит. Так, показывает, что молоток лежит здесь. Да, мы его там как раз и нашли. Ключ. Вот ключ мы нашли не там как раз. Ключ мы нашли в комоде. И молоток еще один в шкафу. Давайте проверим, так это или нет. Блин, я так надеялся, что на втором этаже что-то будет. Нет там, по-моему, молотка. А здесь? Секундочку. Погодите. Стало светлее, чем... Обалдеть, смотрите. Тут время суток меняется на ходу. Уже рассвет, смотрите. Вот за это автору большой респект, что сделал. Смену дня и ночи циклическую. Такую вот. Ну и ладно, мы уже подвал открыли, можем сюда смело идти. Follow the path, don't get lost. Блин, подождите, это что-то это не очень-то похоже на подвал. Don't get lost. Может тени убрать, поставить. Там, по-моему, было написано: иди по дороге, но не потеряйся. Горящий дом. Ну, целый лес есть. Вот это тоже прикольно, конечно. Полка. Это что за таракан? К нему поближе можно подойти? Нет, по-моему, нельзя. Что? Погодите, там кто-то пробежал, по-моему. Или мне показалось. Так, куда идти? Туда? Прямо или сюда? Да давайте сначала сюда попробуем. Что-то я не понимаю, в какую сторону надо идти. Так, нет, а что думаешь, вышли, значит там туда. Блин, все эти звуки напрягают, честно. Радио не включается. А, погодите, я так понимаю, это все предметы, которые... Да, вот и капкан.
все предметы, которые были связаны со всеми этими страхами с соседом. Это что, это выход? Давайте посмотрим. Точно, это походу выход. О, а ворон этот опять. О, так, это был дом из Альфы Первой. Только что здесь. И все. Все, больше нет уровней. Жалко. Ну, я так понимаю, будут, раз уж там был дом из Альфа-1 показан, видимо, будут еще обновления. Потому что тут концовки толком-то я и не увидел. Хорошо. Ну, в целом, но в целом из того, что я увидел, это модификация очень хорошая. Эта фанатская версия игры очень классная. Я ставлю ей галочку. Она реально классная, мне очень понравилась. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом. об этой модификации. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь, меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.